Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот игры из фикс прайса, развивающие головоломки. Их две, как вы уже заметили. Вот, но на самом деле их два вида. То есть вот первая и вторая. Сейчас я вам покажу. Так, стоили они каждая по 199 рублей. Тут вот видно. Плюс 3. Так. Вот какие здесь картинки. И вот у этой, видите, то, что здесь картинки. Вот они. Здесь картинки, они другие. Вот 137 штук, 6 форм, здесь тоже 137, ну все одинаково, но вот эти картинки другие, и я думаю, то, что, наверное, будет даже интереснее ребенку, если у вас будет две коробки, даже, может быть, 3 или 4, можно будет составить какие-то фигурки, какие-то там, не знаю, мне кажется, вот, очень будет интересно. И также, конечно, вот оно. Вот видите единичку, вот она, первая и вторая, их две существует. В нашем городе, к сожалению, их не было, пришлось ехать в другой город и хорошо побегать там. И здесь вот вторая, вот видите. Вот, ну мы с вами сначала рассмотрим первую, и, конечно, также мы с вами рассмотрим и вторую. Так, давайте их откроем. Нет, в мешочке находятся они. Я читала в отзывах то, что они даже не в мешочке, что они просто засыпаны. Я так боялась, что у меня там все потеряется. У них даже есть мешочек. Это очень хорошо, можно хранить в пакетике. Будет интересно. Вернее, удобно. Так. Карточки. Так, посмотрим еще раз. У нас 137 фигурок, 6 форм. Так, и карточек 30 штук. Давайте с вами посчитаем. Поскольку я очень люблю считать, то придется посчитать. Кстати, они как карты. В руке их удобно держать. И они, ну да, как карты такие нормальные. Так, 30 карточек. Давайте сейчас я быстренько пересчитаю, и мы с вами продолжим. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Да, их 30 штук. Так, теперь, ну раз уж мы начали с них, давайте тогда мы с вами их посмотрим, потому что я хочу сделать этот обзор именно для тех людей, кто не смог купить и хотят сделать, например, сами. Ну, которая в городе, допустим, не приехала эта игра, как у нас. Она потом появилась уже очень-очень позже, спустя несколько месяцев. То есть вот он. А, ну вот даже тут есть сложный уровень. Видимо, ну красный вот считается, да, сложный уровень. Тут тоже такая вот штучка. Здесь легкий уровень, ракета. Ну, ракета, да, конечно, полегче. И тут ракета. Тут что-то непонятное, подписывалось бы, что ли. Да, такое, слушайте, прям можно, мне кажется, даже порисовать. Тут машинка. Тут собачка, наверное, средний уровень. Ну, они в разнобой, но, кстати, по крайней мере, они сложные, хорошо. То есть правильно почти все. Тут кораблик, здесь гусь. Цветочек какой-то. Ну, почему-то мне, когда я увидела эту головоломку, мне именно вот хочется как что-то вот такое вот сделать. Поэтому я, кстати, мечтала две штуки. Вот. Тут человечек. Тут лебедь. О, улитка даже. Извините, краб. Рыбка. Еще кораблик. Ну да, конечно, это все очень можно долго затянуться, сейчас я чувствую. Черепаха, машинка. Ну интересно, кстати, интересно довольно. Машинка, цветочек, легкий уровень. Конфетка.
Вот цветочки. Классно. Еще цветочка. Вертолет, прикольно. Так, еще цветочек. Здесь что-то непонятно. Ну, короче, вот такие вот. Такие карточки. И давайте посмотрим сами фигурки. Сейчас я пошуршу немножко. Так, ну, конечно, честно говоря, было бы лучше, если бы было расписано по цветам, каких сколько. Ну, кстати, они довольно плотные, они деревянные, по-моему, по всей видимости. Такие, в диаметре они, наверное, миллиметра три. То есть, прям довольно, я думала, они даже гораздо тоньше. Ну, да, это какое-то дерево. Там, ну, что-то деревоподобное. Так, тут вот приклеены даже некоторые. Ну, я думаю, что их, наверное, четное количество должно быть. Так, вот тоже приклеилось все уже. Не знаю почему, но они приклеены. Кстати, прокрашены все довольно хорошо. Такие хорошие. Мне даже как-то напоминает это садик детства. Так, давайте я, наверное, все-таки их пересчитаю. Это будет... Я сделаю потом в быстром режиме все это, потому что мне будет гораздо понятнее, что у меня все детали на месте. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Шесть, тридцать семь. Все правильно. Кстати, довольно очень интересно, конечно, будет все это складывать. И с ребенком можно будет поиграть в цвета. Например, попросить ребенка сложить все красные вместе. Посчитать, сколько их штук, например. Или просто по форме сложить. Почему-то мне казалось, что здесь будет просто в разнобой. Но здесь вот прям классно. Вот. Ну, давайте попробуем что-то свое сложим. Их прям вообще реально так много что-то. Я что-то не ожидала, что их настолько много. Ну-ка. По ширине они одинаковые все. Здесь можно прям, знаете, вот сидеть. Было бы у меня, конечно, время, я бы часами сидела бы тут и придумала. Жалко, что в моем детстве не было такой игрушки. Иначе бы я вообще прям... Шла бы в нее с головой. Допустим, что-нибудь такое. Да, что тут можно посидеть вот так вот часами просто. А, не хватает, кстати, кружочков. Вот, да. Каких-нибудь кружочков не хватает. И можно занять ребенка. Не знаю, будет ли интересно моему ребенку. Это мы еще, наверное, слишком маленькие для этого. Ну вот. Что-то такое вот можно. Ладно, не будем долго сидеть с этим. Давайте, наверное, сегодня у нас с вами будет просто обзор. А следующий ролик, это будет, наверное, вторая часть.
мы с вами что-нибудь такое вот из этих вот карточек сделаем, потому что сейчас, мне кажется, ролик просто затянется надолго, тем более у нас еще вторая коробочка. Смотрите, нашла такую штучку, она, короче, слеплена. Она конкретно слеплена, если там другие разъединяются хотя бы, то это вообще ни в какую. Прям она конкретно слепилась. Придется, наверное, мужа просить, чтобы он разъединил. Так. Карточки мы пока оставляем. А карточки, на самом деле, мне интересно, во втором наборе отличаются они или нет, или есть такие, которые совпадают. Да, кстати, давайте с вами, может быть, их разложим. Средний. Так, легкий, чтобы было нам более понятно. Так, легкий. Так, и давайте с вами посмотрим наш второй набор. Что же у нас там? Так, коробка пустая. Во втором наборе я вижу, что они другие по цвету. Ничего себе, слушайте, классно. Смотрите. То есть здесь вот они красные, большие, а тут эти, фиолетовые, тут они другие. Блин, классно. Если бы я знала, я бы еще тогда два взяла бы набора. Чтобы было таких много. Ну, допустим, два набора таких и два набора таких. Класс. Напишите в комментариях, у вас точно так же или, может быть, есть такие, которые, допустим, вот эти вот тоже другого цвета, даже не красные, не фиолетовые, а какие-нибудь там другого цвета. Так. Тут, кстати, смотрите, все разложено уже. Разложено и даже слеплено. Так. Вот тут вот. Здесь легкий. Так, кораблик, птичка. Ну, сейчас посмотрим. Тут человечек такого вроде не было. Ой, тут какая-то змея, так прикольно. Тут ракета, ракета. Что-то похоже где-то уже было. Тут вообще легкий, мне кажется, вот это вот вообще можно сделать. Вот это, мне кажется, посложнее, наверное, уже. Птичка. Домик, блин, классно. А вот серебряная. А, чуть-чуть слабок. Тут тоже кто-то. Киса. Класс вообще. Так. А, тут слепились хорошо. Средний. Чуть-чуть грязноватый, блин, обидно. А, тут еще слепились. Просохнуть им, видимо, не дали. А, тут девочка. Клево. Слушайте, вообще они другие совсем. Тут у нас, по-моему, второй набор, но он круче. Первый он как-то полегче. Тут жирафик. Кораблик. О, бабочка. Нет, таких точно не было там. Мне кажется, они должны сыпать. Слушайте, а тут... Ну, ладно, это посложнее, мне кажется, второй набор. Первый легче, да, был. Ёлочка, класс. Вот такую штучку я хочу сделать. Такую вот штучку. Ну, тут замок. Ну, тут, конечно, сложный. Такой нет, не каждый сделает. Бабочка, супер. Или такую штучку я хотела что-нибудь. Еще ёлочка. Здесь. Не знаю даже, кто это. Вертолет. А, вертолет, по-моему, что-то похоже. Там было немножко другое. Здесь какая-то птичка. Вообще класс. Воздушный змей. Супер. Сова, нифига себе. Кролик. Слушайте, тут классный прям. Сложный уровень, прям крутой. Так, это у нас из какого? А, это отсюда. Ну, тут тоже. А, ну здесь вот тоже сумочка. Такие довольно сложные. Краб. Краб, по-моему, был, что ли, улитка. Машинка. А, ну здесь тоже, в принципе, классные. А, ну вот вертолет. Проход. Вертолет. Тут, по-моему, другой вертолет какой-то. Ну, ладно. Не суть важно. Если кому-то нужны, допустим, эти карточки, я могу выслать фотографии. Сделать фотографии и выслать, если кому-то надо.
Вы можете написать это ВКонтакте, ой, в Ютубе, ВКонтакте, да, или в Инстаграме. Все ссылки будут в описании. Давайте посмотрим здесь, что у нас. Прям так деревом пахнет, так здорово. Треугольнички. Давайте их разложим по цветам. Считать я их уж не буду. Смысла, я думаю, нету. То вам не нравится ждать, пока я там пересчитаю их. А вот, допустим, сложить по цветам. Интересно, каких больше, каких меньше. Тут ромбики. Вот ромбики, смотрите, зеленые. Все зеленые, это только ромбики. Круто. Можно, знаете, какие-то маленькие контейнеры купить. Наверное, с такими коробочками и просто разложить вот это все по контейнерам, чтобы было ребенку удобнее брать, допустим, и потом собирать. Их достаточно здесь много, я смотрю. А там были желтые ромбики. Здесь ромбики зеленые. Ладно, короче, вот как-то вот так. Их довольно, кстати, много. Вот я собрала таких вот шестиугольников. Ромбики, вот еще их прям много. Вот эти вот маленькие, конечно, будет собирать гораздо сложнее. Здесь вот и розовенькие, и треугольники вот оранжевые. Там кто у нас? Ромбики розовые. Ромбики худенькие, там тоненькие, да, желтенькие. То есть, блин, игрушка просто классная, просто супер. Так, у нас вот ромбики. Квадрат, треугольник, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть разных фигур. Правильно? Правильно, шесть. Ну и там тоже, я думаю, шесть разных фигур. То есть, в принципе, с ребенком можно тут заниматься и по цветам раскладывать, и какие-то фигурки собирать. И давайте, наверное, попробуем с вами. Давайте, наверное, с вами попробуем собрать кролика. Мне бы хотелось кролика собрать. Здесь у нас получается сложный уровень. То есть, получается, вот у него голова. Ромбик. Ну, не знаю, для ребенка, может, это будет сложно. Пока я не вижу сложностей. Тем более тут, кстати, по цветам. Скорее смотришь не на фигуру, а на цвет. Какого там цвета? Классно прям. Ой, все развалилось. Эх, вернуть бы мое детство, а.
как бы я сейчас тут сидела бы часами бы и ковырялась бы с ними. Довольно, кстати, легко было собирать кролика. Хотя это сложный уровень. Ну, для ребенка, наверное, конечно, это будет. Кстати, еще одно вот прилипло. Для ребенка, может быть, это будет сложновато. Вот. Также, наверное, как мы собираем их с сыном, вы увидите во влогах, может быть, на трансляциях, или посмотрим. Наверное, ну, не влоги, а какие-то, ну, да, по типу каких-то там влогах, наверное, или что-то там подобное, игр. Попробую предложить ребенку и засниму на камеру, что он с этим будет совсем делать. Моему сыну сейчас 2,8, поэтому будет интересно. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии, какие у вас. Может быть, у вас даже совсем другие. Да, вот я напоминаю, здесь у вас первый набор, здесь у нас красные большие ромбики. Второй набор у нас здесь фиолетовые. Вот они, большие ромбики. Может быть, есть еще какие-то. Напишите обязательно в комментариях. Если есть еще какие-то, я бы с удовольствием их купила. Потому что хочу, чтобы у меня было их много. Вот. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, обзоры. Также обзоры также с фикс-прайса. Продуктов еще у нас есть обзоры очень интересные. Вот. Путешествия. Влоги. Ну, короче, куча-куча всего. Обязательно ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки обязательно ставьте. Обязательно пишите комментарий. И подписывайтесь. Я ценю каждого подписчика. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.